Привет всем, кто наслаждается августом! В эфире агентство хороших новостей. На днях в Москве прошла снобистская вечеринка. Виновником торжества стал диджей Грув, который презентовал клип на свою новую песню «Сноб». Подробнее о мероприятии сейчас расскажем. Когда я прихожу в клуб, ну потанцевать, то мне кажется, все не то. Фраза «не то и не это» стала крылатой и среди гостей на презентации клипа диджея Грува. Ведь его новое видео на песню «Сноб» как раз посвящено теме капризов. И, видимо, поэтому сам диджей Грув не стал рвать танцпол с моим выступлением. Зато за него это сделали бесменные участники музыкального фестиваля Bridge TV Need for Fest, группа Burrito и проект Pilatov and Keras. Возьми мое сердце. Кстати, о сердечном. На презентации актеры снобистского клипа признались, что во время съемок им пришлось сильно понервничать. А то, скажу, я так надергался, что мне потом потребовалось ходить к мануальщику, потому что дублей было очень много, а я выкладывался в каждом. А вот актер Сергей Бурунов, который исполнил роль диджея, после съемок уехал в Липецк. Оттуда он и поздравил диджея Грува с премьерой. Мне очень грустно, поскольку я не могу сейчас физически присутствовать на презентации этого прекрасного клипа. Желаю вам приятного прослушивания и просмотра. Ну и танцуйте, конечно же. Не смотреть же просто так все на это. Ну а увидеть клип на песню «Сноб» вы уже можете в эфире телеканала Bridge TV «Русский хит» и Bridge TV «Хитс». Bridge TV. Все для вас. Да, светская жизнь кипит, а вот концертная не очень. Английский музыкант Стинг отменил все свои концерты в рамках европейского тура, в том числе и в России. По сообщениям СМИ, 68-летний артист решил позаботиться о своем здоровье. А вот другие звезды проводят лето куда более насыщенно. Как именно, сейчас мы вам расскажем. Американский рэпер Tekashi 6ix9ine на свободе. 4 месяца музыкант сидел под домашним арестом из-за проблем с законом. Сразу после освобождения скандалист пошел ва-банк, то есть во двор. Хороший денек сегодня. Певица Слава того же мнения, поэтому она собрала рюкзак и отправилась в поход, или, судя по ее словам, культ-поход. Русло туристов в Камарале. Тем временем солист группы Мьюз Мэтт Беллами летние дни коротает, мьюзицируя прямо в бассейне. Правда, чтобы посмотреть это видео, рекомендуется размять шею. Сюда, сюда, поворачиваем. А вот рэпер и продюсер Потап известен как акула шоу-бизнеса. Но оказывается, и на летнем отдыхе Потап по-прежнему ведет себя как акула. Американский диджей Стив Аоки этим летом не тоскует по своим масштабным выступлениям. Все потому, что его главная фанатка, она же его мама по имени Кизуру, устраивает ему домашние вечеринки. А вот Филипп Киркоров своих детей, дочь Аллу Викторию и сына Мартина, отдал на курсы серфинга к Тимати. И рэпер сразу научил их покорять волны в Эгейском море. Следующая Алла Виктория готовится. Ну что, ты готова? Друзья, мы желаем вам провести остаток лета весело и музыкально. Об этом вам поможет телеканал Bridge TV. С вами было агентство хороших новостей. Всем пока!